привет! Сегодня у нас шопинг из Одессы. Со мной хай-влог. Хай-влог, моя любимая Лена. И мы надеемся что-то купить. Так, ну идем. Значит, ситуация, вроде говорят, что нужно показывать сертификат, пока у нас его не спросили. Но у нас они, конечно же, есть. Так что мы идем в Манго. Но у нее цвет, конечно, более. Цвет у нее крутейший. Смотри. Я хочу такие туфельки. Я мерила такой костюм. Не, ну костюм это сильно жарко. Спортивный такой. Он супер. Платье, цветочки. Тапочки. Ну как вот под выйти, слякоть, скажи мне? Нет, слякоть никак. Слушай, мне нравится, как вам такая шляпа. Классная. Чебураха. И плюс она под... Может, мне не нужно пальто, мне шляпа нужна? Наверное, да. Я ее возьму. А ты возьмешь ту беленькую? Я не знаю, сейчас подняю. Вот такое мы нашли. Симпатичность. Я сейчас его померю. А я еще хочу этот голубой пуховик померить. Вот такой есть пуховик. Куртка как-то неожиданно мала. Что скажешь? Ну, она крошечная. Такая легенькая, на теплую погоду. Куртяшка с костюмом хорошо, с шапкой. Но она, мне она кажется сильно короткая для меня. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before I hit your fist. But he hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. Ну, очень крутые ботинки, смотрите, какие тут. Лачок вишневый, просто. А сапожек нет уже, всех разобрали. Сейчас будем мерить вот такие, тоже вишня. Тебе вот под эту прямо куртку не подходит. Лак роскошный, роскошный. Они так. Так, ну что, шуба номер два, красная. День. Мы сейчас должны определиться. Так, сейчас я покажу, как в желтой. Мы должны подумать и решить. А как вы думаете, какой? L или XL? Они идут, это SM, это будет LXL. LXL. Да, она будет. Вот. Она будет большая. Шуба. А если она мне не подойдет, ничего страшного. Давайте мне еще желтую, я хочу просто под... Ну. Слушай, ну классно, такая красненькая. Нет расфокус. Друзья, шуба-буба. Шуба-буба сейчас пойдет. Шуба номер один, канарейка. О. И вот шуба номер два. Пояс. С поясом она, оказывается, круче смотрится. Не очень желтая. Лена, ну скажи свое мнение, какая тебе? Ой, я даже не знаю, это прямо так, они две яркие, это они солнечная, солнечная, праздничная. Ну жизнь это праздник, правильно? Поэтому заказываем желтую. Ну у тебя сейчас вообще самое модное сочетание серого и желтого. Да. Но это было 21 года. Что будет в 22 году, я уже не помню. Красный цвет, он тяжелый. Красный цвет? Он немножко, как бы от него можно устать. А это такая, делай настроение. Выходишь, это, все серое. Это да, это шуба настроения. Я согласна шуба. С этим.
Плюс у меня костюмчик есть такой лимонно-зеленый. Синие джинсы такие ярко-синие. Так, вы пишите комментарии, какая шуба вам больше нравится, каким цветом. А потом вы узнаете, какую я купила. Да я знаю. Вот такой вот секси. Секси. Реально некуда одеть. Это так, знаешь, мужа соблизнуть. Померить ли нам уже безумно жарко? Жарко, не могу. Так, вот такое есть платье. Мы уже одурели от жары. Я приду, когда за шубой, я оденусь попрохладнее. Так что... Ой, смотри, какой свитер, Лена. Да. Малиновый. Угу. Зеленый. Желтый. Сиреневый. Белый. Состоялась покупка. Дома покажу, будет распаковка. Распаковка, Лена. Что вы скажете о шопинге сегодня? Ваше мнение? Ну, шопинг удался. Да, да. Мы заказали шубку, купили колючий свитер. И прихватили с собой вешалку. Ты прихватили с собой на сумке вешалку, да. Вот, сейчас мы кофе будем пить или не будем? Нет, загрузили. А, все, мы без кофе. Мчимся. Погодка на улице шепчет, весь день шел дождь, сейчас вроде бы дождя нету, но такой туманчик небольшой. Так что еду в центр, вас беру с собой, посмотрим. На мне, как всегда, мои любимые брошки, украшения, ну и настроение супер. Everything glistens and everything's bright, everyone's happy. Spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink, as I do this. Друзья, всем привет! Только что мне позвонили из магазина, сказали, что моя шуба пришла и ждет меня. Поэтому мы с вами отправляемся опять в торговый центр, померяем ее уже в нормальном моем размере. И, возможно, я ее куплю, но это не точно. И хочу показать, что у меня произошло вчера вечером. Совершенно неожиданное событие. У меня выпало зеркало, вернее, зеркальная дверь. Вот здесь шкаф, вот здесь стояла эта дверь. И каким-то непонятным образом, хорошо, что ко мне в руки она выпала. Теперь стоит в прихожей. Вот, надеюсь, что мне Игорь ее поставит. Это на выброс старый вентилятор я откопала. Ну и лучок, джинсы, которые мы с вами покупали. И, конечно, ярко-оранжевый свитер, потому что настроение на улице ужас. Весь день идет дождь, он вчера шел, он позавчера шел. И по прогнозам он будет еще идти неделю как минимум. Вот, все серое, ничего не хочется делать, но я себя заставила, вот, я прямо взяла себя в руки, одела яркий солнечный свитер оранжевый, чтобы хоть как-то добавить яркости в жизнь, и едем, едем за шубкой. Так, значит, шуба-буба уже в моем размере. Найки, иди сюда. Найки грязный. Вот он. Пожалуйста, полюбуйтесь. Он не любит, когда его после еды сразу тискают. А я его люблю тискать. Найкуша. Распаковка. Что же у меня здесь? В чем мне вчера повезло? Смотрим. Коробочка. Опа! Посмотрите, какие я взяла роскошные ботинки. Не скажу, какая это фирма. Какая-то американская кожа натуральная, абсолютно легкие, вообще супер. Потому что мои белые кроссовки, как вы понимаете, погибают под дождем. Такая вот красотища. И прямо сегодня я в них уже поеду
К стоматологу. Взяла вот такой обычный, самый обычный, классический черный гольф, потому что под шубу у меня все очень яркое, все мои свитера. Вот так смотрятся эти ботинки, посмотрите. По-моему, очень круто. Мне нравятся вот эти все аксессуары на них. И сейчас я вам покажу шубу. Самое смешное, что когда я зашла в магазин, они говорят: а, вы за шубой Бубой? Я когда ее мерила, мы с Леной прикалывались, шуба-буба, шуба-буба. Они говорят: у нас теперь весь магазин, и не только наш, а другие филиалы говорят шуба-буба. Конечно же, я ее взяла в ярко-желтом цвете. Я не могла устоять, красная, как красная. Ну, не знаю, не легла у меня душа к красной. А вот эта ярко-желтая, она просто огонь. Ну, правда же она классная. Качество меха потрясающее, она очень нежная. Значит, сказали, что стирается она легко и просто в стиральной машине. Шуба, как вы понимаете, искусственная, потому что я против убийства зверушек. Вот, сегодня на улице плюс 3, свежо, скажем так. И я как раз ее выгуляю. Вот такая, смотрите, ну цвет просто-просто роскошный. Друзья, не забывайте, подписочка, лайк, комментарии пишите, как вам вообще меховое изделие, как ботиночки, что вы купили в этом сезоне, обновились ли вы уже. Всем классного настроения и хорошего дня!